Люблю малосольную рыбу. Не люблю соленую. У меня обрезки лосося. Сейчас покажу, как я солю. Я не люблю рыбу, которую в рот не взять. Одна соль. Я люблю, чтобы рыба была смачная, вкусная. Рецепта никакого нет. Это все элементарно просто. Смотрите, на килограмм рыбы я беру 2 чайные ложки с горкой соли. На килограмм. У меня здесь полкилограмма, поэтому идет 1 чайная ложка соли. И 1 чайная ложка сахара на килограмм рыбы. У меня полкилограмма, значит, половинку ложки сахара. Все, весь рецепт. Если вы любите посоленее, добавьте еще чуть-чуть соли. Но по этому рецепту она не будет. А соленая она очень вкусная. Очень вкусная бутерброды с ней. Утром на завтрак с овсяным блином, блином за милую душу идет. Все, в холодильник на ночь мариноваться. Ну, сутки по-хорошему. Все, можно употреблять. Все, холодильник.